Дорогие участники международных рождественских чтений в Ханты-Мансийске, обращаюсь к вам со словами надежды на то, что наши дискуссии помогут нам вместе заглянуть в будущее нашей великой России, предложить обществу образ этого будущего – наша общая задача. О ней говорил нам и святейший патриарх Кирилл на недавнем Всемирном Русском Народном Соборе. Об этом говорил и глава нашего государства Владимир Путин. Давайте вместе будем стараться выработать те критерии, по которым будет развиваться наша страна, тот образ нашей культуры, нашей нравственности, нашей духовности, ради которого мы готовы идти на жертвы, которые мы передадим нашим детям. Желаю международным рождественским чтениям в Ханты-Мансийске и каждому из участников этих чтений успехов в этой работе.